Алина Бекаева собиралась в роддом только через неделю. Но судьба распорядилась иначе. Почувствовала резкую боль в животе. Счет мог идти на минуты. Пробки, снег, ехать далеко. Из крутых ключей в роддом кардиологического диспансера на Аэродромной. Малыш мог появиться на свет в любую минуту. Решение пришло быстро. Проезжая патрульный пост на 23-м километре, обратились к сотрудникам ГИБДД. Попросили сотрудников ДПС с поста. Они нам помогли очень сильно, не отказали. Закрыли пост, сели в машину и без проблем сказали, за нами езжайте. Огромное спасибо. Так как мы живем в Кошелеве, это у нас хоть далеко, и нам надо было именно в эту больницу ехать. Муж остановился и сказал, что надо попросить помощи сотрудников. Если бы не они, мне кажется, исход был бы другой. В машине рожать не пришлось. Хотя и на этот случай у сотрудников полиции есть четкая инструкция. Помогут и малыша принять, если нужно. С поддержкой патрульной службы роженицу доставили в больницу за 15 минут. И уже через 2 часа на свет появился малыш Артем. Вес почти 3,5 килограмма, рост 50 сантиметров, абсолютно здоровый. На выписку благодарны родители пригласили сотрудников ДПС. Полицейские признались, что в ту ночь волновались не меньше будущих родителей. Случаи подобных сопровождений нередки. В прошлом году летом они также помогали роженице доехать до роддома. То же самое. Пробки, то есть только на посту на Сухой Самарке. Тоже пробка была в город, подъехали. Ну, там уже, мы когда приехали, через 10 минут ребенок уже появился. Мы уже заносили, как бы там уже все началось. Полицейские пришли не с пустыми руками. Подарили родителям детское автокресло. Залог будущей безопасности малыша. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, события.